400 возможных, 396. Мартынов! Здравствуйте, и не будем волноваться. Ванечка, голубчик, вот ты-то мне и нужен. Следующий номер программы. Заграничный рекордный аттракцион. Полет на Луну исполнит американская артистка Марион Диксон под руководством немецкого артиста Франца. Он кнейшится. Ты должен заболеть этим номером. Посмотрим. Уважаемый публикум СССР, сейчас пред вами выступит в своем всемирно известном аттракционе полет на Луну единственный исполнительница подобного номера мисс Марион Диксон. Успех нашего эксперимента основан на смелости и ловкости мисс Марион Диксон. Попытки многих артистов повторить наш аттракцион кончались катастрофой. Итак, Марион Диксон, аллей! Мэри едет, небеса, мир в небо улетает.
Yes. Up. Там поет. Поет, что на Луне хорошо. Эх, с такой зарплатой везде хорошо. Если делать, так делать лучше. Голубчик, такую авиацию сделали, что же бутафория не сделаете? Это не бутафория, тут конструктор нужен. Будет конструктор. Госцеркви.
он... Берем. Рая! Ты будешь летать? Куда летать? Видишь? На Луну? Стратосферу. О, стратосферу. С кем? С Мартыновым? Этот номер называется полет куда? Стратосферу. Стратосферу. Дина, мы будем летать вдвоем. Дина, Дина, постой, постой, а как же я? Отдохни. А как же наша любовь? Я жертвую любовь для искусства. Ну. Чемодан. Не поймал. Мой чемодан по ошибке. Я не поймала по-русски. Это ничего. Простите, я Мартынов, режиссер. Я только что приехал, и вот мой чемодан по старой памяти. Попал сюда. Я никак не...
необъятной родиной своей. Над страной весенний ветер веет, с каждым днем все радостнее жить. И никто на свете не умеет лучше нас смеяться и любить. А ну, давайте вместе. Широка. Широка страна, страна моя родная. Много в ней. Много в ней. Петрович. Если бы я умел петь, как бы я спел? Куда смотрит дирекция? А? Как вам нравится? Куда я смотрю? Я смотрю на часы. Репетиции назначены на 10 часов. А сейчас? А, расчет с полетом на Луну. А, я им. А где перо? Забыла, как всегда. Войдите в сущность. Я вам 1000 раз говорил, что вашего Барбоса я организованному зрителю не покажу. Где Мартынов? Где Райка? Где они все?
спасибо. Но мне нельзя. Какая право хорошенькая. Симпатичная российская барышня. Зачем? Вам доктор запретил немножко кушать. Это не доктор. Это не доктор? Это папаша. Ваша папаша? Понимаете, мы делали пушку вроде вашей. О. Даже лучше. О. И мы делаем номер с Мартыном. И если я буду хоть на полкило тяжелее, он может разбиться. Полкило? Нонсенс. Вы думаете? Полкило для артиллерии не играет никакой роли. Пейте. Ну, ради что песочный. Весьма, весьма удовлетворительная закуска. All right. Я не хочу, чтобы она уехала. А почему вы не хотите, чтобы она уехала? Потому что я ее люблю, Людвиг Осипович. Здравствуйте. И давайте волноваться. Значит, твоя любовь должна стоить государству $500 в месяц. Да? Да. Спасибо. Спасибо от имени Михома, от имени дирекции и от имени главного управления. Ты меня из терпения не выведешь! Алло! Здравствуй, голубчик! Я голубчик! Оставили мне стулья? Пройти! У вас это называется догнать Америку. И перегнать. Это очень мило. Стоп. Where's your tempo, Райка? Чего? Где твоя темпо? Еще быстрее? А, да, ты должен очень... крепкий спину. Спина, да-да, спина. Очень крепкий, так прям. Chin up. Живота. Stomach in. Back to right. Понимаешь? Понимаешь. Ну, давай. Мэгги. Pardon? What you doing? Сейчас. Are you crazy? What do you want? Fool! Не надо.
Я сострадаю. У вас произошло такое великое, порядочное несчастье. Какое же несчастье? Мистер Мартино. А, хотел лучше вас, а я его предупреждал. Брось, говорю, ничего не получится. Одним словом? Одним словом, кончается антракт и начинается контракт. Сколько ты хочешь? Я хочу. Да. Я ничего не хочу. Петрович. Мэри! Let us go home. No, I shall stay here. Ванечка, Ванечка. All right. Господин директор, господа, граждане, я имею объявить вам один довольно интересный секрет. Это женщина! Stop it! Я иду. I love you, Mary. I love you. Let us go away from here. No. To California, to the ocean, to the sun. There you will forget Moscow. This city has driven you mad, Mary. No. What do you want? I want to stay in Moscow. They don't marry women like you, but I, these things have all been bought for you, Mary, for you. For you, these things cost thousands, thousands. Things have all been bought for you, Mary. For you. The Mary you bought them for is no more. Look. Look. Yo.
считаешь Вальски, he will despise you. Дура. Сладко, спи, мой мальчик, sleep, good night. Все игрушки, все лошадки, все ложится, засыпает. Ночь уже пришел к тебе в окошечко. Нужно засыпай хоть немножечко. Спи, мой мальчик, спи, мой мальчик. Ай, баю, баю.
одна особа считает гражданин Скамейкин джентльменом. Кто? Это особа инкогнито. Сделаем раз. Привет, не надо, два. Нас любят, три. Один человек хочет, что я его любит. Что это? Скамейкину от Мэри. Кому? Моему Скамейкину от твоей Мэри. Один человек хочет, что я его любит. Очень приятно познакомиться, господин человек. Раз, два, три. Следующий номер программы. Укротитель Борис Эдер со своим коллективом хищников. Что это за прутики? Табуреткин! Скамей! Как вы сюда попали? А у меня здесь будет интересное свидание. Какое интересное? Сейчас сюда пройдут львы. Что? Львы, 100 львов. Сколько? Ай, на вас хватит. Эдер, не выпускай львов, человек в клетке. Эй, послушай.
Разорвет. Львы. У меня со львами разговор короткий. Букетом по морде. Раз. Убрать. Последняя. Прощальная. Шашой. Американской артистки. Мариол Диксон. Которая завтра покидает Петрович! Петрович! Кто это писал? Я писал. Спасибо. Я хотел... Thank you.
Я знала, что он любит вас. Я знала, что вы для него все. Абсолютно все. Но, Райка. Мартинов нет больше. Какой Мартинов? Петрович. Товарищ Диксон. Кому вы писали это письмо? Зачем брал? Я писал к Мартинов. Мартинов? Нисковикинов. Нисковикинов! Я писал к Петрович. Я хотел быть счастливым в СССР. Но это невозможно. Impossible, Райка. Impossible. Possible, possible. Возможно. Вы для Мартынова все. Абсолютно все. Ты понимаешь? Не понимаешь. Любит. Понимаешь? Оставайся. Понимаешь? Не понимаю. Лена, это Владия! Безобразие. Райки до сих пор нет. Их подлая девка. Вся в папу. А? Она же говорить разучится. В чем дело? Не затирайте собачки. Дайте собачке дебют. Не дам. Товарищ директор. Я советую вам поторопиться до поезда. Всего 24 минуты. Данка, Шайн. До свидания. Thank you.
выпустите меня на ордер. Я вам тысячи раз говорил, не пущу. Товарищ Эдер, я преступление не могу совершить. Я лучше сам себя выпущу. Товарищ Эдер, товарищ Эдер. Так... Юрий Хосич, пропала премьера. Дочери вашей нигде нет, выпускать некого, пороху у меня не хватает. Засыпали? Будет порох. Объявляй номер. Новый. Старый. Сёлды на колёсах 20 века. Верно. Объявляй. Оно. А что, порох у вас еще есть? Есть, товарищ директор. Еще осилим? Осилим, товарищ директор. Одеваться и на манеж. Сейчас. Сейчас. Шик в лес. Мы видим часто, целый век они в слезах и вздыхают нежечасно. Ах, мы таких не уважаем, все печали чепуха, целый век мы раздеваем. Весь век мы вдвоем, все поем, зря слез мы не льем. Блеск! Красота! Тра-ля-ля, тра-ля-ля! Энцвейн, тра-ля-ля! Погляните! Воля! Снежана, дочка! Ай, бросьте! По той сорочке! Ай! До самой смерти вы поверите, с вами в жизни не случится ничего!
чтобы не сойти с ума. Ошибся. А где Райка? Райка не будет прийти. Ни? Ни. Райка спасает один человек и ребенка. Теперь она занята за 30 минут. Еще 30 минут. Все погибло. Все испортится. Listen to me. Ай, бросьте. Listen to me. Ай, бросьте. Listen to me. А? I'll do it. I'll fly with Martinov to the stratosphere. Что ты говоришь? Что ты говоришь? Я летаю с Martinov на стратосфер. На доллар. На советский. Это хорошо? Yes. Давай я тебя поцелую. Давай, давай. От имени дирекции, от имени мискома, от имени наркомфина. А я считал вас общественником, Людвиг Осипович. Это для дела. Это для дела. Премьера состоится, я ее уговорил. На пушку! Одеваться-то! Петрович, я не писал к Скамекин. Я писал для тебя. Для тебя только. Я не иду на Америку. Я стою Москва. Я люблю тебя. Правильно? Хорош. Объявляй. Ай-яй-яй, какой ты черный. Как я тебя вымазал. Мировой рекорд советских артистов. Последние достижения цирковой техники. Новый аттракцион. Полет в стратосферу. Thank you.
приготовились? Есть! Приготовились! Внимание! Хорош. Thank you.
Остановитесь! 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 Эх! Это женщина! Эдна! У нее есть черный ребенок! Черный ребенок, господа! Ну и что же? Черный ребенок, господа! У белой женщины черный ребенок! Ну и что же? День не место в цивилизованном обществе. День нет места. Берегись! Не давай! Господа! А что ж нам, плакать, что ли? Oh.
ночи спят медведи и слоны, дяди спят и тети, все вокруг спать должны. Но не на работе. Ну, Шурик, пойди и скажи отцу, что мы женимся. Пойду. Что это? Это значит, что в нашей стране любят всех ребятишек. Рожайтесь себе на здоровье сколько хотите. Черненьких, беленьких, красненьких, хоть голубых, хоть розовеньких в полосочку, хоть серых в яблочко, пожалуйста. Теперь понимаешь? Теперь понимаешь.